Всем привет! Хочу представить вам удобный и функциональный аудиоинтерфейс M-Audio C600 от компании Avid. Эта старшая модель линейки C использует высококачественные 24-битные конвертеры, работающие с частотой дискретизации до 96 кГц и имеет 6 входных и 8 выходных каналов, полноценный MIDI-интерфейс, а также цифровую и аналоговую коммутацию. Для управления уровнем усиления входящего сигнала используется регулятор Gain, над каждым из которых находятся 8-сегментные индикаторы уровня и перегрузки сигнала. Для первого и второго каналов имеются кнопки переключения используемых фронтов Front-Rear. Также все каналы имеют кнопки PAD, понижающие уровень входного сигнала на 20 дБ в случае перегрузки. Сверху расположены кнопки включения фантомного питания. В правой части карты находится удобный и настраиваемый на разные каналы регулятор Volume, управляющий уровнем выходного сигнала. Назначаемая кнопка Multi, которую вы можете запрограммировать для удобной работы с программным обеспечением, регуляторы уровней выходов на наушники и специальная транспортная панель для навигации в аудиосеквенсоре. Сверху находится индикатор питания интерфейса, а также кнопки A, B, C, позволяющие оперативно переключаться между стереопарами входов на задней панели, что удобно, если вы используете несколько пар студийных мониторов. На нижней панели карты находятся два инструментальных TS-входа и, в свою очередь, два TRS-выхода для подключения наушников. Перейдем к задней панели звуковой карты. Здесь располагаются 4 комбинированных разъема XLR-TRS для подключения микрофонов или источников с линейным уровнем сигнала, линейные выходы, поддерживающие как балансное, так и небалансное подключение, цифровой вход и выход SPDIF, MIDI-разъемы, USB-порт, гнездо для подключения внешнего блока питания и отверстие Kensington Lock для фиксации интерфейса к стенду. Звуковой интерфейс поставляется в комплекте с Avid Pro Tools SE, а также всем необходимым программным обеспечением и документацией. M-Audio C600 – это отличный многофункциональный инструмент для записи и сведения в вашей студии.